Сейчас 40, да? Да. И что по деньгам получается? Ну вот одна такая нотная катушка стоит примерно 30 евро, а в ней 120 метров пластика. От такого на лебеде уйдет примерно метра два, поэтому цена на меньше 1 евро. Это себестоимость. Я понял, понял. Себестоимость, да, меньше 1 евро. Это обучение, работа. Пластик и безвредный, посуду делают. Загрузить, в принципе, можно все, да?